Кони в ДНД РПГ игре Neverwinter Nights Enhanced Edition. Тестируем. Frozen Hell. Ice Caves. Погнали. Так. Только мы с конем по полю. Только мы с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коня. Занеси. Так, читаем на том. Намек. Я с этого расстреляю. А он это бежит, да? Чего это он сделал? Нужно там расстрелять всех. А вот самое прикольное, что есть, это вот эти камеры. То есть, это вообще... Смотрите, какой прикол есть. Это будет так прикольно делать. Из блока зверя, у меня много атак в раунд. Данного чара. Так, смотрите, еще прикольная анимация этих генов. Сейчас я блок поставить. Будет блок. Активированный. Да, это вообще нечто. Просто избиение на эти. Он даже не может понять, сейчас добьем с косы. Вот как с косой смотрится это все дело. Вперед, наши городские. Погнали. Ничего страшного. Сейчас. Кто на меня расстреливает? Нате. Все, зарубил просто его и все. Ты урод. Еще только постреляем. Сейчас нас спавнится. Педро, ну тости. Урод! Пошел ты. Так, ну как они с камерой, интересно. Оп, камеру прилетел. Прикольно. Ну-ка, с луком еще как он. Конечно, радуется. Что-то ничего не понимаю. Кто меня расстреливает? Колебал, ты же ответишь за это. Ну-ка, как? Я даже серьезно не вижу. Как присесть? Наверное, нельзя, когда... Да, наверное, нельзя из-за того, что после того урода расстреляем. У меня как раз это... А где это? Почему тут ничего не готово? Вот надо что делать. Рапицот. Во! Все, у меня тут как раз он лимите дорог. Такого не получится на крафте. Стрелы не закончится. А второй стоит, тупит. Убить его, чтобы посмотрел, где надо. Потом можно слезть еще. Можно за собой ее повезти. Кстати, увеличивается и атака, и все на лошади. Больше, чем так. Ну-ка, вот теперь эффекты. Вот этот опять исполнится, вот. А, не, нельзя с собой эффект. Ну ладно, можно вот слезть из коня. Та-та-та-та. Пойдем со мной, конь. Конь. Лошадка. Только мы с конем по полю вдвоем. Только мы с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коне. Ты неси по полю меня. По бескрайнему. Сяду я верхом на коня. И неси по полю меня. An excellent result. Эй, ну-ка, не так. Почему он даже не поднимает это? An excellent result. Иногда поднимало странно. Это, наверное, вот с этим. An excellent result. Да. Ха-ха-ха. Видите, лук. An excellent result. Ну ладненько. Все, прикольно. Кому лошади нравятся? Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему. Вспоминаю, как я действовал.
ПВП. Ты вот так вот и расстреливал всех, дама нахуй. Сука, вот. Они не могут догнать, ни хрена сделать, они не могут понять, что делать с нами. А я их бегаю, расстреливаю, так и ПВП-шек. А теперь, когда мне 35 лет стало, я вообще все за ПВП-шек, за несколько ПВП-шек. Сервер, на который я говорил, не будет, если все ПВП-шек, он не пускает, а вот шторм в этот план, а если не пускает на это, за проблемы этого, то... Потому что они сидят за НАТО. Так я не буду там блокировал все, что делал, связывался с провайдером, сразу чтобы защитить проблему вся. И через BreadMount все добавлял правила и отключал вообще BreadMount вообще. Видите, не поджег, по ногам не обрезай ноги лошади. И добавлял исключение, отключал все BreadMount, Windows ходит, вот эти Касперские. Тоже я отключал, что-то делал исключение, правила создавал, я обходы делал, и перенаправление пакетов делал, открывал, закрывал управление, помогает, не сразу не пускает, не собирает на порно. Это говорят, и последний оплот был, последний выход из данной ситуации, почему меня не пускает, сами люди мне подсказали, моей компании, потому что телеком, вам связаться, тогда надо будет с админом, надо сервера, и поговорить, чтобы он настройку что-то поменял, открыл порт, он мой, 5.1.2.1, меня пускало, теперь, с такими портами 5.1.2.1. Вот, ну вот, а связи-то нет с ним, потому что лежит их сайт Dex, где он брал X build 3 для интернет с лишней версии. Лежит их сайт. Я не могу связаться, если кто-то за меня сделал, что-то настраиваешь, пускали нас, хотят желать поиграть на NAT сервера скорее, или еще обновление ждем. В следующем обновлении BMDogi, которые занимаются расширенной версией интернет, обещали поправить там, ну как у меня, ну, простые игроки, такие не можем попасть на сервера, то есть вроде соединение на нетворк, что-то там. Я изучал там полмесяца, даже не неделю, вот так ничего не получилось, я не то чтобы сдался, я устал, так сказать, забил. Поэтому, да, хотя перестал играть, то снова вернулся в реальность. Ну вот, нашел, забыл про коней, лошадей, протестировал. Ну-ка, мне лучше с косы поугать, мне нравится крит с косы. Сейчас. Давай. И перетонем их, нафиг. Крит с косы. Вот этот достал мне. Сейчас я его... Как ты меня достал? Твой поможет стрелять мне. Он будет курять, не помогает. Окей, ты крит. Ну-ка, давай крит. Я хочу крит. Но видите, умноженный на 4. Мне не на косу надо. Ну-ка. Крит. Сколько крит? Крит. Ну-ка, давай. Крит. Крит, ну пожалуйста. Крит. Вот, сколько было? Чё-то я не заметил, сколько крит было. Спасибо. Это двоих проминать. Кто на это всё смотрит? Сколько крит было? Вот. Что ты, блин, ты чё, крит? Ну-ка хоть обкастится коликом, что ли? Это чё, крит по-вашему? Поликом вообще можно попасть. Но это не крит был. Вот, уже получится под 100. Ну что это за криты косы? Ну и просто видите, умножить на 5 можно получить 2 на метр. И не там, а там. Зато у меня вот так можно сделать. О, хрена. Ну я тебе сейчас. О! Меня убили. С моей лошадью, что делать? Ну все, вы за это ответите, оба ответите. Все. Так, а что, и скорость все потеряла. Кстати, на лошади быстрее. Вот сейчас я вот так вот сделаю, а ты так же вот, а второго вот так. Фармина, вот все, вы меня достали однозначно. Нажим
надо поспать. Вот и все. Долго с ними возиться, что ли, на самом-то деле. Если я всерьез возьмусь, то... Ой. Лучше не злите, вот я могу. О, сейчас ночка стемнеет. Просто лучше не злите Игоря. Если я всерьез возьмусь, без юмора уже. Врагам не поздоровится. Серьезного у меня мало кто знает человека, когда я серьезный. Ой. Врагам просто не поздоровится вообще. Когда я начну мозгами пораскидывать, размышлять. Так, ладно, на чем я остановился? Харм хотел потестить. Что они сделали? Вы убили лошадь мою? Ху, сейчас вы за это оба ответите. Че, а можно лошадь другую вызвать? Как-нибудь? О, вот как она исполнится. А я тогда не мог избавиться от нее. Там разного цвета тут лошади, кстати, еще. Есть какая-нибудь такая белая, наоборот, белоснежная лошадь? Или черная какая-нибудь? Они... А, да, кстати, вот что хотел. Еще, вот смотрите, видите, да? Сколько атак раундов и атака. А на лошади все увеличивается показатель. Вот преимущество. Кроме скорости. Еще скорость видели. Все, и статистика. Вот у лошади тоже можно статистику. Ну, вот такого цвета переводчик. Ночью, кстати, прикольно смотрится. Опять синяя лошадь. Я хочу другого цвета лошадь. Ну-ка. А, я не успел прочитать. Долго будет конвертироваться видео, преобразовываться, обрабатываться опять, нужно долго писать. Ну, зато до ночи, до этого. Все не зря будет. Всегда волнуешься, что он получится. Ну ладно, синяя, так синяя. Она, по-моему, одна синяя спавнится для паладина лошадь. Сейчас еще попробую. Давай скорее отдыхай. Что ты? Да. Опять синяя. Давай, цвет. Да, они все одинаковые. Ну-ка, вот. Вот. Ну, теперь смотрим на наши показатели. Обращайте внимание, 42 атака, да? Без апкаста, без ничего, садимся. И чё? Странно. А вот лошадь не синяя стала. Какой-то бред. Ну-ка, слезем. Не, я явно видел, больше атак остается. Может быть, не на тех оружиях. Ну-ка, вот 32. А сейчас. Странно, такая же атака остается. Ну-ка, и с луком осталось, с луком залезть. Как, кстати, они с луком залазят? И еще чего хотел я потестировать, это... Вот! Так, ничего, 33 атака стало, ну-ка, я не заметил, атак у меня сколько? Странно, уменьшается наоборот. Ну, зато скорость прибавляется, ну, не важно. Хотел я отомстить. Ну все, я серьезный, сейчас я отомщу за то, что вы сделали с лошадью, за то, что время задержали мне. Обкастываемся по полной. Да одного холика хватит. Погнали наши городские. И вот так вот сделаем. Раз. Тс, кривом забил. Все. Харм. Ну, не вылечим, конечно. An excellent result.